такая дружба. Первая лекция. Примеряю пуповик в красной шапочке. Первая лекция. Примеряю пуповик в красной шапочке. И я позволю себе некоторую наглость. Я вам прочитаю стихи. Не хайпу, а обычные стихи, классические стихи. Они коротенькие. Почему я выбрала эти стихи? Потому что это удивительно. Называется это стихотворение «Рисунок в японском духе». Самое интересное то, что когда я его писала, в это время проходило то действие, о котором в Японии именно, о котором я пишу. На рисовой бумаге рисую облака. Они кудрявые ватагой плывут неведомо куда и проплывают мимо, а на бумаге след. Рисую рядом ветку сливы и распускает слива цвет.